16 веке, когда игуменом Волоколамского монастыря был святой Игорий, будущий архиепископ Казанский, в обитель сию поступил молодой человек, Герман, 25 лет от роду. Воспитанный в страхе Божием и обученный книжным премудростям, занимался преподобный Герман в монастыре изучением священных текстов и книгописанием. После покорения Казани Иоанном IV преподобный занялся обращением в православную веру язычников, населявших тогда правый берег Волги. В то же время был он назначен настоятелем новообразованной обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске, которая под его мудрым руководством сделалась сосредоточением христианской проповеди веры и благочестия в магометанской стране. А после смерти святителя Гория святой Герман возглавил архиерейскую кафедру в Казани. Вскоре Иоанн Грозный повелел назначить святителя на московскую митрополию. Но владыка отказался, верный своему пастырскому долгу. Но царь не терпел возражений. А после обличительных речей святителя о царящей при дворе несправедливости и вовсе осерчал. А потому попал архипастырь в заключение. Около 2 лет пробыл в опале святой Герман и в 1567 году скончался. Через 27 лет, по просьбе жителей Свияжска, мощи святителя были перенесены в Свияжский Успенский монастырь. Девятнадцатое ноября. День памяти святителя Германа Казанского и Свияжского.